Всем привет! Сегодня у нас итоговый день недели стартов. И сейчас покажу вам, какие у меня продвижения по всем работам, которые я начала на этой неделе. Прошу прощения за шум. У меня открыто окно. Закрытым невозможно. И ребенок у меня тут недалеко. Поэтому извините. Так, ну, начнем с первой работы. Это был бодик по описанию Ульяны. Вот я его доделала, пришила пуговички, решила пришивать черные, не нашла одинаковых желтых. Ну вот, он уже постиранный, все на него готово. Мне казалось, что узко рукам и ногам, но после стирки я вижу, что нет. В принципе, тут ну, довольно-таки так широко. Вот, в общем, здесь у меня пуговки кругленькие, а здесь цветочки. Кокетка расправилась после стирки, работой я довольна. И вот ничего не косит, видите, по прибавкам. Все нормально. И описанием я довольна. Могу рекомендовать, если кто-то захочет такой бодик связать. У Ульяны все понятно, все четко написано. Очень хорошо. Это, в общем, первый старт, он у меня завершен, и вот такой готов бодик. Так, второй старт был у нас чепчик. Его я тоже довязала. Вот, сделала шнурочки. Здесь у нас резинка закрыта иголочкой. Вот, получился он, наверное, не маленький, но вот что мне нравится, он даже если его развязать, он не плоский. То есть он вот, если сложить его, он вот здесь выгибается. И вот здесь, ну то есть он прям такой. Нельзя его взять и вот так сложить. То есть он по голове. Плюс здесь вот такое эластичное. И я думаю, он будет на много размеров подходить. За счет, ну вот за счет такого рисунка чередования лицевых и изнаночных. Можно было бы, конечно, здесь по-другому, чтобы не было углов, но я что-то вот поспешила или не додумалась. Сделала вот так. Здесь тоже все укороченными рядами. Здесь укороченные ряды, но я показывала это. Вот здесь получается 3 петли лицевые и изнаночные. Здесь укороченные ряды, тут по принципу пятки, плюс еще дополнительные убавки. Вот откуда-то делала я вот здесь в каждом четвертом, потом здесь уже в каждом втором. Получилась вот такая вот макушечка. Здесь у меня кончилась ниточка, и поэтому тут я добавила вот эту нитку кашемира. Ну, в принципе, тоже все нормально получилось. Кончилась вискоза с мериносом. Остался маленький-маленький клубочек кашемира и маленький клубочек смесовки шерстяной. Третий у нас был старт вот этот. И, в общем, я тут с ним передумывала. В итоге у меня получился вот такой образец. Будет, кроме пехорки жемчужной в этом изделии, еще и пехорка конопляная. На отделку я ее буду использовать. И вот что у меня осталось на спицах. Я планировала, в общем, снимать мастер-класс. И вот, наверное, с этого момента я начну снимать. Здесь просто набранные петли, разделены на регланные линии, выделены спинка перед рукава. И провязан один ряд изнаночными петлями. Изнаночный ряд изнаночными. Это я, в общем, практически не продвинулась. Это будет мастер-класс. Там будете наблюдать, что как продвигается. Так, следующий старт. Следующий старт у меня был вот такое платье. Вот такой образец был. Это пехорка жемчужная и белая тоже самая, та конопляная. И здесь я чуть-чуть продвинулась.
Вот так, это спинка у меня, серединка спинки. Это подрезы. И здесь тоже подрез. И вот я связала планочку. Не планочку, вернее, полочку. Вот здесь у меня убавки. Раз, два, три, четыре раза. Потом прямой ряд. Здесь два раза убавки по две. Здесь три раза по одной. И здесь один ряд потом прямо. И один ряд столбики без накида. С полустолбики, как их называть. Но я покажу. Хочу тоже снимать мастер-класс. Тоже покажу, как я это вязала. И три столбика с накидом полноценных. Вот, мне нужно симметрично сделать сюда. И уже я буду вязать спинку тоже симметрично, только, ну, понятное дело, что единую, да. Вот, такие у меня продвижения. Тоже я его отложила, не вяжу, потому что хочу снимать мастер-класс. Это уже получается у нас раз, два, три, четыре и пятый старт, который я показывала. Он тоже у меня затормозился. Я выделила подрезы. Вот у меня будут подрезы. Один подрез я уже закрыла. А как закрывать второй подрез и как дальше вязать, я буду показывать в мастер-классе. Буду тоже все снимать, поэтому у меня тоже здесь затормозился. Я его тоже практически не продвинула. В основном я вязала, ну вот, чепчик, бодик и шестой старт. Сейчас тоже я покажу. Но поскольку он у меня практически вообще только начат, сейчас принесу. Так. Поскольку это шестой старт, маленький такой, маленькое изделие. Это, как вы понимаете, носочки по мастер-классу Оли «Северное вязание». Но я мастер-класс не смотрю уже. Я помню, как там вяжется. И я чуть-чуть меняю. То есть у меня здесь не по 12 рядов, а вот здесь 9 рядов. Резинка 2 на 2. Потом 4 ряда, по 4 ряда изнаночные, лицевые, изнаночные. Дальше резинка. И дальше я уже, наверное, не буду вязать высокий вот поголенок. Паголенок, как, не знаю, как правильно ударение. Все по-разному говорят. Вот, я, в общем, уже буду делать, наверное, стопу, пятку. Вот, Magic Loop, пряжа и это же, поэтому я решила не выделять целый день на вот этот старт, на микро-носочки в комплект к этому бодику. Кстати, посмотрите, почему я решила вязать. Здесь у нас резинка, правда, 2 на 1, но смотрится она как 2 на 2, в принципе. Да? И вот эти полосочки, они тоже подходят вот, вот как бы, ну, сочетаются. На ножке это все-таки будет вот так. Это на ручке будет вот так. И будет, мне кажется, как раз прям то, что надо. Вот такая у меня неделя стартов получилась. Бодик мне нужно, он уже стиранный, готовый. Нужно отфотографировать, Ульяне показать, отправить фотографию. И вот все, что я сделала за эти 6 дней, получается. Вот. Такое получилось, такая неделя. 6 стартов, 6 видео, в том числе итоговое. Решила я, как уже говорю, не выделять целым видео про носки, потому что, ну, не знаю, что там снимать. Видео 2 минутки было бы. Про пряжу это я уже говорила. Спицы это 2. Вяжу я по мастер-классу Оли. Носки такие уже все, по-моему, связали. Уже у всех они есть. Поэтому тут особо ничего нового я не сказала бы. Так что вот такая у меня получилась неделя стартов. И вот такое получилось итоговое видео. Всем большое спасибо, кто посмотрел. Особенно, кто до конца досмотрел. И на этом с вами прощаюсь. Теперь у меня есть 6 процессов, даже больше, которые можно, например, снимать в рандоме. Так что, может быть, не обещаю, но, возможно, сниму такое видео. В общем, все. На этом всем пока.